Всем привет, друзья! Сегодня я расскажу вам о том, как создать загрузочную флешку с последней версии Windows 10 мая 2019 года, конца мая, под названием 19.03. И, собственно, для чего мне это надо? Я собираюсь эту загрузочную флешку потом использовать как, значит, ну, устанавливать на своем, ну, нетбуке, таком маленьком, старом, одноядерном, с атомом, одноядерном. И так далее. Итак, давайте приступаем. Итак, я на официальной странице Microsoft, скачаем средства сейчас, и, соответственно, я ссылку оставлю в описании. Далее у меня флешка уже вставлена, она на 16 гигабайт, USB 2.0, и, соответственно, сейчас выполняется подготовка. Ну что ж, друзья, продолжаем. Далее принимаем все условия лицензии. Выполняется подготовка. Далее нам предлагают обновить этот компьютер сейчас, ну или создать установочный носитель USB устройства флеш-памяти, DVD-диск или ISO-образ. Ну, естественно, носитель выбираем, нажимаем «Далее». Выбираем далее русский язык, Windows 10, все правильно, 64-разрядно. Использовать рекомендуемый параметр для этого компьютера. Ну, кстати, нет, не использовать. Убираем галочку, тут можем выбрать вообще оба, чтобы у нас были. Но так как 32-разрядный я не собираюсь пользоваться, пускай все будет так же. Нажимаем «Далее». USB устройство флеш памяти нужно не менее 8 гигабайт. Ну, у меня 16 гигабайт. Выбираю, значит, нажимаю «Далее». И вот у нас, я уже говорю, что у меня флешка вставлена в самом начале. И, соответственно, поэтому вот она у меня Kingston. Так и есть, она Kingston одна. И поэтому, смотрите, не установите на другую флешку, потому что произойдет форматирование флешки, естественно, очевидно. Капитан Очевидность, вперед! Нажимаю «Далее». Ну и все, начинается создание загрузочной флешки. Далее мы ставим уже на паузу продолжительную. Я не знаю, сколько это по времени. 6.20 сейчас. И посмотрим, сколько займет времени. Друзья, 99%, как видите, было 21 минута. Сейчас 51 минута. И надо полагать, сделать уже можно вывод о том, что флешка создается полчаса. Ну, примерно у каждого своя скорость интернета. Тогда, да, все. Ровно сейчас и произошло. Готово. Все. Нажимаем «Готово» и можем использовать нашу флешку. Все. Можем доставать. Не забываем вот так правой кнопкой нажимать на флешку и нажимаем «Извлечь Data Travel». Вот нашу флешку. Вот так безопасная. Называется, так происходит безопасное извлечение. Друзья, вставил флешку, значит, включаем. Сразу же скажу, что я не помню, как заходить в BIOS. Надеюсь, что это F2. Все, это F2. Захожу в boot. Boot Device Priority захожу, и здесь делаю, что, ну вот, собственно, наша флешка уже и так на первом месте, видите, значит, Kingston Data Travel 2.0, все. То, что нам надо, далее Escape, ну, Save Exit Changes, можно так, можно без этого. Сейчас будет загрузка с нашей флешки. Так, смотрим. Загрузка завершена, вот как видим, установщик Windows на месте, все работает. Ну, давайте попробуем, нажмем «Далее». Так, установить, посмотрим, действительно ли будет какая-то информация о том, что здесь именно обновление 19.03. Обычно, конечно, по-моему, как по памяти, я не помню, чтобы Windows писал апдейты, да, то есть какой номер обновления. Но все же интересно, вдруг... Так, у меня нет ключа. Теперь есть кнопка такая. Да, здесь нету никакой информации. Домашняя, про. Ну, как видите, все как положено. Флешка действительно является загрузочной. Все происходит хорошо.
Так, выбор. Да, ну вот, собственно, далее нам следует просто выбрать диск и нажать далее. Да? Вот, собственно, и все. Также, друзья, надеюсь, вам видео было полезно, интересно. Всего доброго, до свидания.